перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ой, какие все нарядные пришли. Какие все красивые наряды. Ох, посмотрите на них, блядь. Где фица лишь... У нас не должно быть фита. По крайней мере, мы об этом не разговаривали. Может, ты пидор, блядь. Ты гнида, нахуй, сейчас я. Как житуха молодая. Да так себе, блядь. Как у вас? Рассказывайте, что нового. Ну да, конечно, пиши. В этот... В Телеграм, когда я стримить начинаю. Вообще все. Вспоминайте меня все в этот момент, гондоны. Фэны, фанаты, подписчики, подписчицы, да, привет. Ну, задавайте мне вопросы, я буду ЧСВшно на них отвечать, потом вообще выключу трансляцию. Вести будешь стрим недолго. Я вот сижу, сейчас вообще постоянно музон делаю, вообще регулярно. Блять, просто от сна до сна. Делаю постоянно музон, но играю, правда, еще в КС и Доту. Вот. Перед сном. И жду тура. Все, у меня типа все. Привет, Дагер. Так что, если вам интересно, чем я занимаюсь все эти дни, я страдаю хуйней, блять. Релиз альбома я перенес, как вам известно. Вот. Потому что я не вывез. Я, короче, понял, что в приоритете лучше сейчас активно заняться Дикспотой, лейблом моим. Я им занялся. Я перенес альбом, у меня появилась сразу же куча времени, нет никакой спешки. Вот. И я его докончил. Ну вот сейчас там один трек типа остался. С грязным Рамиросом. И все. Я его сейчас доканчиваю. Мы уезжаем в тур. Со мной едет Саша, звуковик наш. Мы прям в туре будем его сводить. Микстейп. Вот. У нас там будут между городами время от времени перерывы. Там 2-3 дня. Эти 2-3 дня мы будем там, ну, к примеру, студию снимать. И так далее. Чтобы звук чекать. Ну, короче... Тур закончится, Дикспота будет сведена. Все, бля. Ну и, наверное, в туре буду альбом дописывать. Там у меня, в принципе, осталось, ну, может, половину. Альбом классный получается. Мне очень нравится. Он очень рейвовый, очень жесткий, очень... Блядь, не знаю, мелодичный, блядь. Бетховен охуел. Вот. Дикспота готова практически, все прям, осталась хуйня. Ой, слава богу, блядь. Осталось там, ну вот типа надо ее свести, отдать дистрибьютору. До недели две ее будут в iTunes закидывать. Когда закинут в iTunes, ну это в идеале я рассказываю. Если вообще ничего не произойдет, в идеале самом. Типа я привожу всех своих артистов в Питер. Они приезжают, мы делаем эфир на канал Дикспота, от которого сейчас отписывается по 100 человек в день, по 50. Вот, потому что там ничего не выходит. Мы там делаем прямой эфир, как радио. Наверное, я еще приглашу кучу народа, которые тоже музыку делают. Вот, не рэперов. Ну, как гостей. Мы релизимся. Наверное, клип какой-нибудь снимем, кому-нибудь из артистов посмотрим. Ну и, короче, блядь, по накатанной, нахуй, по дорожке, все, блядь. Худи классные, на мам купи, еще рюкзаки покупайте, шикарные рюкзаки. Вот,
Надеюсь, уже там к концу тура я еще и альбом напишу, хотя вряд ли. Я не знаю, ну, короче, альбом я перенес, все. А, не обижайтесь на меня, я сам на себя обижен на самом-то деле. Вот. Будут ли еще худи, конечно. Посмотрим. Уже кроссовки скоро будут. Только от, там, по секрету, ладно? Вот. Кроссовки, блядь. Собственные кроссовки, я не могу. Да. Докатился. Пародии, наверное, больше не будет. Мне больше не интересно. По поводу Ютуба, вообще, типа, очень странная хуйня. Я об этом в Телеграм-канал писал, что... Ну, типа, не знаю, мне как-то стало противно, что ли, от того, что я делал. Вот. Ну, не противно. Я не говорю, что это прям дерьмо. Просто мне больше не хочется Ютубом заниматься. Это не значит, что я заброшу канал, это глупость. Вот. Просто надо что-то новое либо придумать, либо еще что-то. Но в любом случае, сейчас лейбл выйдет, буду им заниматься жестко. Вот, будьте... Костюм вот скоро выйдет тоже. Он уже в этом месяце должен, по идее. В этом следующем месяце уже выходит. Вот. Вот. Там долго рассказывать. Клип выходит. Там, блядь, там осталось графику доделать прям вообще милипизерный. Вот прям чуть-чуть. Дня три, наверное, уже выйдет. Типа, вот скоро. Он, блядь, очень крутой. Вот. Ну и там будет стиль такой, вы поймете, в каком стиле будет альбом весь. Баттл это не ко мне, это квест рэп, я вообще не знаю, клянусь, я ни разу не слушал вообще больше. Баттл выйдет. Вот. Что вам еще рассказать? Ну, короче, такая хуйня происходит, блядь, в жизни, нахуй, понимаете? Жизнь залупа полная. Полная. Не, согласитесь, к этому все и шло. Все. К этому все и шло, что, типа, YouTube уже все, уже будет не актуален для меня. И, типа, я вернусь к тому, с чего и начал, с музыки. Вот. Заставь пальму раньше альбом. Я течу, блядь, его батя. У нее завтра выходит альбом. Альбом мне понравился. Я не могу сказать, что за песня, что за стиль. Потому что, по-моему, он не спойлерил вообще. И это будет, как, видимо, сюрприз. Так что не могу сказать. Мне понравилось. Мило. Ну, я не весь слушал. Мне там пару песен не заценивал. Прикольно. Вот. Ну, короче, будете за мной следить, блядь, как за блядским музыкантом. О, сука, вот прям... Надеюсь, с Дикспота все получится, все будет клево. Я искренне на это надеюсь. Потому что хуй его знает. Типа, такое направление странное, не массовое. Я надеюсь, что получится. Что там, хуяч музон, там горят. На маятнике Фуко заебашил круто. Да, спасибо. Много ли ютуберов на батле был? Да я не помню, нормально вроде. Кто выиграл в батле? Ресторатор. У меня одной в пикселях. Ну у меня каждая трансляция такая, это аж забей. Вот, бля. Туру готовимся сейчас, вау, пиздец. Не, на самом деле, сборы очень большие в туре, спасибо большое всем. Спасибо всем, кто придет на концерт, кто хочет прийти, кто думает прийти, о как. Вот, потому что, ну блин, там такие сборы, учитывая, на, ну, мой первый тур, и какие продажи сейчас, это вообще небо и земля. Просто круто, круто, в Москве будет пиздец, на, просто я... В жизни, наверное, столько людей вообще не видел, а там уже это здорово.
Ну, знаете, в следующем году уже олимпийские буду, блядь, собирать нахуй там. После олимпийского сниму коттедж, групписов наберу, будем ебаться, нюхать кокаин, как обычно, типа. Ну, вот такая, ну, знаете, классика, типа. Ну, короче, кто не собирался приходить на концерт, чё, охуел, тебе ебало, реально сломаю, прям тут, нахуй. Вот, приходите. В Казань поедешь? Да. Люксоре. Кстати, по поводу Казани. Мне писали, что Люксор закрылся. Какого хуя? Сейчас, секундочку, я капельки заберу свои. Нос забитый просто, пиздец. Я, по-моему, заболел опять. Вот. Писали, что в Казани будет, ну, типа, почему в Казани концерт будет, а Люксор закрылся, ну, это площадка, где мы выступаем. Люксор закрылся на ремонт. Так что к нашему концерту он уже откроется, и все будет хорошо. Мы его, нахуй, полностью забьем, разнесем там все, нахуй. Вот. Потом поедем все вместе в Татмак. Вот. Потом в Авиастрой, блядь, бухать, и все, нахуй. Нормально, блядь. Ой. Нос закладывать прям ненавижу эту хуйню. Сейчас я буду шмыгать очень много, дико извиняюсь. Блядь, ну хватит мне эти смайлики тупые присылать. Вот эти, вот эти, блядь, глаза свои. Лучше спросить что-нибудь, вопрос какой-нибудь. Как тебе новый телефон, iPhone? Блин, короче, я очень люблю большие айфоны. И мне так понравился XS Max. Но он столько стоит! Ха! Сука, нет, что-то мне жалко, реально. Я как бы... Ну, как бы у меня эти деньги есть. Вот, сука, блядь. У меня как бы эти деньги есть, но... Последнее, на что я захочу их потратить, это на новый iPhone, блядь. Ой... Шмык-шмык, да иди в очко, бля, что ты пишешь мне, шмык-шмык. Сугут, нет. Короче, у меня на странице в закрепе есть тур. Там список городов. Все, только они будут. Пожалуйста, не надо писать про свой там город, Магадан, Владивосток, всякие там, ну и так далее. Вот как мы, ну, типа, расписание у нас есть, все, мы по-другому не сделаем, все, сорян. Выйдешь за меня? Да, без проблем, выйду. Сколько городов? По-моему, 15. Релиз чего? Вот ты пишешь, когда релиз? Релиз Дикспота или альбома моего? Дикспота уже, ну, вот скоро, в этом году. Альбом не знаю, блин. Как оно пойдет, реально. Я постараюсь реально сделать побыстрее. Вот. За меня на стрелку выйдешь. Даггер, я за тебя даже срать не сяду. Иди отсюда, вообще лох. Бля, вы еще больше смайликов присылаете. Ну вы говнюки, пиздец, конечно. У вас совесть вообще есть хоть у кого-то? Влог с тура? Нет, короче, влоги так влом снимать в туре, на самом деле, это так не... Ну, мне лично влоги вот так вот, я их снимал, у меня сколько было? 6 влогов за все время, да? Ну, 7, может, на канале, который сейчас Дикспота. Вот, и, блин, это так нудно, что ли, блядь, ходишь, камеры всех тычешь, мне что-то не нравится. Я предложил вот какое интересное предложение Руслану. Мы, наверное, заведем, ну, не наверное, а скорее всего, короче, мы заведем инстаграм-аккаунт, вот, Splatterhouse Tour, где будем, типа, там, ну, это же прикольно, типа, целый инстаграм-аккаунт, где мы будем фотки постить, видосы какие-то, вообще с тура, что происходит там, инстасторис что-то рассказывать, по-моему, это будет весело. Был бы интересно, как тур проходит изнутри. Ну вот, в инстаграме, типа, было бы хорошо. А влоги, понимаешь, тебе нужно, чтобы
они часто выходили, тебе нужно каждый блядский раз, ну, каждое блядское событие что-то делать. Типа, ну, типа, доставать камеру, начинать снимать и так далее. Вот, и многим людям, которые, ну, посторонние, им некомфортно, когда ты их снимаешь с камеры. Когда ты снимаешь с телефона, всем заебись. Так что, почему бы и нет, снимаешь на телефон, заливаешь в Инстаграм Splatterhouse Tour, который мы там заведем, все. А вон, типа, будете на YouTube потом заливать, нет, что? Про видосы на YouTube я только что сказал. Будешь открывать свою бургерную, как у Соболева? Я хочу пиццерию свою открыть. Но это будет в 2019 году. Очень хочу пиццерию открыть, это будет вообще круто. У меня есть отличная идея. Ой, нос так и не открылся, сука. Для того, что сока захотелось. Ну, блин, сок вообще заебок, да? Ну вот, когда клип, блядь, шо вы вопросы по кругу задаете? Клип уже почти готов. Осталось графику чуть-чуть доделать, прям капельку, и он будет готов. Вот. Он будет прикольный. Классный. Очень масштабный. Самый масштабный клип. И самый, сука, дорогой. Ну, короче, все, блядь. Я сейчас пошел. Вот. Делать дальше музыку. Вот. А вы оставайтесь тут. Блять. Ну, короче, если так, я просто сейчас нахожусь в... нахожусь, блять, не знаю, как сказать. На дороге, на развилке. О, как красиво сказал, метафорой. На развилке. И как оно пойдет, хуй его знает. Я надеюсь, что... Вот, будете следить и так, за тем, что я делаю. В любом случае, я буду что-то делать, блять. Я чисто физически не могу хуй забить на все вообще, что происходит вокруг. Вот, что-то будет, что-то буду делать. Если я забью хуй на YouTube и буду заниматься музыкой, то будут заниматься музыкой. Хорошо сказал, молодец, блять, Данила просто вообще гений ебаный. Ну, короче, вы поняли. Я надеюсь, что вы будете следить. Я выпустил, кстати, вот, что хотел сказать, поблагодарить. Я выпустил на канале Zanima Beat аудио песни, которую я, на самом деле, очень быстро сделал. Но она, ну, она вообще качественно сделана, на самом деле. Вот. И люди так восприняли хорошо. Там такая статистика, пиздец. Там за сутки 50к просмотров, блядь. У меня так никогда на этом канале не было. Никогда. Вообще ни на одном, нахуй, ролике такого не было. Вот. И хотел сказать спасибо. Там столько слов благодарности, типа, что, ну, людям реально нравится. Они все прям хвалили. Очень приятно, реально. Я надеюсь, так всегда будет. Что это не просто какая-то, ну, не знаю, как назвать, фанатская лесть, да? Вот, а что это реально искренне, что вам понравилось. Вот. Буду дальше ставчиком всяким радовать. Ну, ставчиком, вы поняли, не травой, типа. Не бошками, блядь, не плюхами, а песнями. Зачем не употребляйте наркотики, это так плохо. Когда стримы, я очень хочу постримить. Не потому, что у меня нет денег, блядь. У меня есть дохуя денег. Просто я когда говорю о том, что я хочу постримить, мне все говорят, а, ну, типа, начинают там дети какие-то писать. Типа, а, у нее что, деньги кончились. Я очень хочу постримить, но у меня нет времени. Вот, я сейчас уезжаю в тур. Уже вот через дня 4. Уезжаю в тур. Ну, короче, я не успею постримить. Только после тура где-то стрим запущу. Очень хочется, блин, соскучился по всей этой теме. Там столько серий XO Life вышло. Блять, я бы их еще раз пересмотрел с вами. Ну, короче, все в этом самом, на стриме. Почему Versus Battle с гнойным не выпускает? Да это не Versus. Бля. Это не нафтизин, это... Полидекса какая-то. Ну, залупа.
Не смотри без нас. Блин, я все посмотрел уже. Но я пересмотрю с удовольствием. Че об XO думаешь? Ну, блин. Новые участники, конечно. Близняшки мне вообще не нравятся. Тимур вот этот Сорокин, это вообще пиздец. Вот. Фая, девочка, которая новая пришла, которую в Инстаграме что-то там делает, она, в принципе, интересна. Ее интересно слушать. Вот. Она искренне очень. И творческая. Ну, Бинет, Ева, все понятно. Там что-то Герман расстался с Мари... Что-то вообще какая-то хуйня происходит. Я это косвенно слышу, типа я... Хуй знает, вообще не разбираюсь. Ну, блин. Какая-то странная у них ебанистика происходит. Во как. Вот одним словом. Двумя. Предложением. Ну все, короче, господа, я пошел. Вам вроде новости какие-то сказал. Как тебе новый альбом Ice Peak? Я послушал только несколько песен. Шикарно. Обалдеть. Вот, короче, я пошел, господа, мыть попу. Блять. Я не знаю, зачем я это сказал. Просто так. Вот. Хочу сейчас поехать сегодня ноутбук купить. Очередной. У меня уже хуй знает сколько ноутбуков, блять. Сука! Но я, короче, хочу в туре делать музон. Для этого нужен мощный ноутбук. У меня есть мощный ноутбук, но он весит 6 килограмм. Это такой здоровый игровой. Он охуенно работает, просто шикарно. Но я его чисто физически возить не смогу. Я спину надорву себе каждый день, блядь, его таскать. Вот, помимо остальных вещей. И посмотрел обзор Айтипедия на ноутбук Xiaomi. По-моему, Айтипедия это делал. Потом еще увидел такой же ролик у Стаса Васильева. Короче, все нахвалят какой-то ноутбук Xiaomi, который ультратонкий, но типа работает прям мясо. Очень хорошо. Вот. Я думаю его все-таки купить. Как раз в туре, типа музон делать постоянно и так далее, мне пойдет. Или там музон, это самое, в игрушки играть. Вот, сейчас я поеду. Денцефороден... Лабока де ля кока, скереби папа, вот. Ты говорил, что уходишь? Да, я ухожу. Хотите, я завершу трансляцию ногой? Дайте денег на военник. Ха, Дагер просто в армию уходит, лол. Все, давайте. Всем покусики. Спасибо, что были на этой трансляции. Спасибо за вашу поддержку. Вот. В столь нелегкие времена. Вот, спасибо за ваше слово «да», которое вы пишете, чтобы я очень хотел ногой. Блять, Федор своими героями, три пиздец. Ну вот гей, реально, сразу видно, привет. Вот. Реально, большое спасибо за поддержку. Вот, ждите Дегроту. Да? Ну вот этот Дикспот, это дебилов вот этих. Вот. Очень хочется уже выпустить. Сука, я прям не могу. Все, давайте, пока, всем счастливо, всем удачи, сиськи в директ, всем пока. Все, сейчас я ногой попытаюсь. Так, и так. Блядь, у меня окно закрылось случайно. Ну, короче, я рукой это сделаю. Все, давайте, пока. Лохи, вон. Как выключить? Блин, я хотел сейчас шутку прокатить, типа, ну, сделать вид, что я такой выключил. О, я выключил, да, а вы продолжаете смотреть. Вот, и включить порнуху и начать дрочить. По-моему, понял, что у меня ноутбук очень далеко. Вот. Ну, короче, не прокатила бы шутка. Ладно, давайте, господа. Ну, сами понимаете, за ноутбуком идти что-то не хочется. Все, давайте. Пока. Ставьте лайки на моей последней фотке.